в том виде, как это на сегодня в Приморском крае решается, мне, честно говоря, представляется, что это больше коммерческий проект, чем проект, направленный в том виде, еще раз говорю, в каком это все на сегодня делается, так категорично применительно к населению Дальнего Востока, мне думается, что это в большей степени коммерческий проект, чем проект, реально направленный на снижение уровня тяжести последствий.